И всем привет! На связи тот самый патриот с патриотовского канала. И да, вам это по-прежнему ни о чем не говорит. Сегодня у нас 5 причин посмотреть, ну или для большей части анимешников, пересмотреть тот самый великий Танкентопа Гуррен Лаганн. Именно с этого аниме я советую начинать свой скользкий путь в мире аниме. Погнали! Для начала разберемся со студией, которая все это нарисовала. Gainax. Не знаю, что могут напомнить эти 6 букв, но лично мне на ум сразу приходит куча Евангелионов, FLCL и He is my master. Ну, чего только один Евангелион стоит. Не правда ли? Так вот, студия Gainax. Даже несмотря на то, что в последнее время она занимается рисованием девочек с оружием, не выходит из топов самых авторитетных аниме баз Рунета уже достаточно долгое время. Едем далее. Рисовка, которая по сути не нуждается в комментариях. Невероятная сочность картинки, высокая динамика движений, интересный оригинальный дизайн персонажей. Все самое лучшее из канонов аниме 2000-х годов и своя, хоть небольшая, но все же вишенка. Вот таким немалым набором слов можно только попытаться описать красоту местных кадров. А если ко всему вышеперечисленному добавить и еще все треки, получится тот самый незабываемый Гуррен Лаганн. Продолжаем. Как по мне, достаточно просто сказать сценарий, и уже все станет на свои места. Действительно, сценарий в этом тайтле невероятно хорош. С одной стороны, он обладает невероятно глубоким смыслом, а с другой — простотой повествования и безудержными поворотами. Кадзуки Накашима и его команда действительно постарались и написали неповторимый сценарий и вложили в него столько смысла и простоты, сколько сумели. А умеют эти парни немало. Одной из причин является та самая полюбившаяся всем эпичность пронзающего небеса. В каждом кадре, в каждой секунде этого аниме содержится невероятный запас мощи и всего, что с ней связано. Будем честны, это одно из самых эпичных или даже самое эпичное, что вообще когда-либо было создано в аниме-индустрии. Ну и последней причиной я решил поставить тот самый особый смысл и мотивацию, который несет в себе этот тайтл. Многие цитаты героев уже давным-давно разошлись по интернету. На протяжении всего аниме авторы понемногу кормят нас рассуждениями о проблемах вселенной и заставляя задуматься над смыслом жизни. А вы говорите аниме для пидорасов. По сути, у меня все. На связи был Патриот, специально для Game Pilot.